Дорогие товарищи, здравствуйте. Сегодня 5 июня 2021 года. Херсонская область, Береславский район, Раковка. Что я хочу показать. Перед дождями я сделал отводочек. Вот. На 6 рамках печатного расплода. Ну, с маткой, естественно. И одна кормовая на 7 рамках. Ну, дожди начались, я не могу подойти. Ну, а сегодня как раз погода прекрасная. Как будто бы дождики прекратились. Думаю, гляну, что же там делается. Ну, смотрю, открыл. Все отлично. Маточка работает, сеет. Расплод выходит. Но это мелочи жизни. Смотрю, на дне что-то есть. Да что ж такое? Смотрите. Один трутень. Как это понять? Один трутень лежит на дне. Еще живой он кое-где. Сейчас вытяну вторую полосочку. Вот, смотрите. Они даже поразрезали, мне кажется, трутневые ячейки. И вот трутень лежит голенький его, еще не созревший. Вот так, ребята. А? Работают девочки, умнички, а? Красавчики. Семеечка спокойненькая. Я дымарь распалил, а оказывается, он и не нужен. Ни одна даже не кинулась на меня. Значит, им трутень не нужен. Правильно? Правильно, ребята. Вот с этого лежачка 30 мая я сделал в этот отводок, ребяточки. Сейчас глянем, что здесь делается внутри. Потянули ли не маточник, потому что я матку забрал. Посмотрим сейчас. Ну, семья, как видите, была очень сильная. И сейчас пчелы здесь море. Море, море. Сейчас посмотрим маточники. Самое главное для меня сейчас. Ну вот, на второй же рамке я обнаружил, ребяточки. Смотрите, какой красавчик, а. Девочки, тикайте, тикайте, нафиг. Запечатанный маточник. Вот еще есть рядышком. Вот тянут. То есть отлично. Я волновался. Оказывается, волноваться нечего. Они знают, что делают, красавчики. Смотрите, какая прелесть, а? Какой свищевый маточничек, а? Да, ребята, натянули они маточников на всю Херсонскую область. Смотрите. Ой, я доволен, конечно. Хотя эта семья не была в роевом состоянии. Я не знаю, если эти самые трутневые расплод есть, это уже считается, что она все-таки, наверное, в роевом состоянии. Ну вот, что делается, гляньте. Запечатанных куча. Так что, ребята, кому нужны маточники, обращайтесь. Не буду я дальше лезть в гнездо. Я думаю, там тоже куча маточников. Чуть попозже я их просортирую, поубираю лишнее, естественно. Ой, молодцы. Вот чем нравится мне лежачок. Вот делать отводочки. Красиво, четко. Ну, это я у Саши Зайца заметил, снова у Борислава. Он так делает всегда. Безболезненно, красиво. Конечно, если бы еще тот отводочек отвести на километра 3-4 от пасеки, вообще было прекрасно. Но, я думаю, и так неплохо. Ну, с акацией что-то есть, конечно. Пчелки летают, гудут там что-то. Ну, вы же видите, какая она стала вот после дождей. А, все. Ляха-муха. Накрылась одним местом. Не, ну пчелки работают, конечно. Находят что-то. Вот что принесут. Посмотрим.
Ну и сегодня день рождения моей невесточки Татьяне Андреевне. Они с Колей уехали где-то в Цирюпинск на лошадях кататься, отмечать свой день рождения. А мы с маленьким остались дома. Занимаемся пчелами. Маленький каку делает там в хате. Ну, как всегда. Щенки уже большие. Уже красавчики. Ну, все, ребяточки, будьте здоровы. Живите богато. А мы дальше будем заниматься. Пока-пока-пока.